Всего лишь чей-то пукан. Ну, 20 бежал. Пукан картошки, если быть точным. Самолет! Самолет, пацаны! Самолет! Быстрей! Быстрей! Сказать, как летать? Быстрые, как его? На Q, короче, нажимаешь. А, блин, я не помню, там закрылки работают, нет. Хотя, по идее, там ничего не должно работать без закрылок сразу. Просто на Q зажал и полетел. На S разгонись до 40 или 50, это иначе он не взлетит. Самолет! С лутом все хреново, Нельзар. На самолет! Дай хоть посмотрю, что там за самолет такой. Да обычный кукурузник, блядь. Где он? Я не вижу, ты вообще что-то в бараках поднимаешь сошки. Так, и где он? А, вот он, самолет! А, только как, маленький, как, маленький как садиться? Ну, так же сесть, наверное. Легко сказать. Самолет, пацаны! Короче, на Q зажал, на S, по идее, поднимается этот, как он. Короче, садись, я сейчас тебе быстро это все дам. Но он не хочет. Че, взлетать не хочет? Не хочет садиться. То есть, а? О! Так. Блин, тут мышкой им управлять надо. Нет, можно клавиатурой AS и так далее. Короче, XC это поворот заднего хвоста, если чё. XC? Поворот заднего хвоста. Вот. Ну вот, я разгоняюсь, пацаны. Чё там, просто Q, да, зажать надо? Q и на S подняться, ну, то есть на он задерётся, да. Воу-воу-воу-воу! Как это? А у меня скорость! Скорость! Маленькая, тихо. Да? Нам надо до 40-50 разогнаться, чтобы он был более-менее поднялся. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ребята, я сейчас разобьюсь нахер! Я лечу! Ей! Блять, управление жутко неудобно. Лоу! Блять, чуть внутри не разбился. Да. Ой-ой-ой, блядь, нихуя он задирается жестко. Ты взлетишь, нет, сегодня, блядь? Поднимаю, да я уже лечу. Воу-воу-воу, откинуло! Воу! Теперь один простой вопрос. Как ты будешь садиться? Я не знаю, мне похуй. Я лечу! Блять, что происходит? Мне пизда. Почему? Ты улетел за карту? Ты делаешь? Зачем ты пикируешь? Зачем ты пикируешь? Ты сейчас увидишь, что тут произошло. Ты делаешь? Я не понимаю, что ты делаешь. А, блять, ты сейчас увидишь. Так. Ёбаный мудак, что ты сделал? И что делать дальше? А как заглушить двигатель? По идее никак нельзя. Тут видишь, что можно выйти и тогда он заглушится. Да. Да. Вот сейчас, подожди, стрим дойдет до этого момента, и ты увидишь. Вот что, я мне, вижу, что мне делать? Что мне делать? Выпрыгнуть нажать. Че? Выпрыгнуть нажать. И сдохнуть. Ну и сдохнуть. Парашют, пацаны! А, парашют даже есть, нифига. Вот я вообще нахалявил. Тогда. В принципе, я не удивлен, почему самолет там оставили. Что никто на нем летать не умеет. Так. Но он, слышь, он как-то очень такой, очень резкий какой-то весь. Ребят, а где я? Куда я улетел? Что мне делать? Куда мне бежать? Ну что ж. Так, у меня уберется оружие, нет? Ты выжил? Да.